Губернаторскую программу «Чистая вода» обсудили на совещании в администрации городского округа. На встрече с министром жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антоном Велиховским и заместителем председателя правительства Московской области Евгением Хромушиным определили сроки ее реализации в Люберцах. Подробности в нашем сюжете. Строительство водовода проведут на участке от Томилина через жилищный комплекс «Самолет» до поселка Октябрьский. Его общая протяженность 7 километров. Сейчас проходит этап проектирования. Завершить работу планируют к концу 2022 года. Смысл – это увеличение подачи в эти городские округа абсолютно чистой, качественной воды, отвечающей всем нормам Санпина. На стоимости воды строительство объекта в Люберцах не скажется, зато качество станет лучше. Около 40 тысяч жителей округа обеспечат чистой водой. Московская вода, особенно в тех регионах, как мы называем, Прим-Кади, она более востребована в связи с тем, что достаточно плотная застройка и водозаборные слои, они уже достаточно исчерпаны. Программа «Чистая вода» в Московской области реализуется с 2014 года. В регионе строят и реконструируют водозаборные узлы, очистные и насосные станции. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.